Итак, проект Cloud Money отличился еще тем, что он запустил, то есть ввел такую функцию, которую до него еще не вводил, наверное, ни один подобный проект. То есть полная ежедневная онлайн статистика по развитию проекта. Онлайн. То есть статистика отображается на текущий момент за прошедшие 24 часа от настоящего момента. Вот так сказать можно. Значит, чтобы ее увидеть, нам нужно перейти на главную страницу. Главная страница Cloud Money. Опуститься. И вот мы видим эту статистику. Количество участников. То есть здесь мы видим общее количество участников на данный момент. Облачный фонд. Это объем облачного фонда на данный момент. Регистрации за сутки 73 человека. То есть имеется в виду за сутки. Начиная от настоящего момента. От именно сейчас времени. 24 часа назад идет отсчет. Вот за этот объем времени, за этот отрезок времени, зарегистрировалось 73 человека. Допустим, через час уже будет здесь совсем другая цифра. Потому что там уже будет сутки на 1 час больше. То есть, поняли, идет именно онлайн. То есть, от настоящего момента считаются сутки. Потом, получено из облака за сутки. То есть, это сумма выплат, которые произведены из облака участникам. За сутки. Опять же, идет отсчет из настоящего момента. Отправлено в облако за сутки. Тоже из настоящего момента, за 24 часа. То есть каждый час эта сумма может значительно меняться. Средний вклад. То есть средний вклад по системе. Вычисляется он, я думаю, понятно всем, да? Мы делим общую сумму вклада в облаке на сумму участника и получаем средний вклад. Вот такая вот онлайн статистика. Заходите, смотрите, контролируйте. То есть буквально можно видеть развитие проекта во всех тонкостях и деталях. То есть все на виду. Заходим, смотрим, анализируем, делаем выводы и принимаем решения. Все открыто и прозрачно. Это очень, как бы, на мой взгляд, очень большой плюс для подобного проекта. Но, еще как бы такой момент, нужно сказать, наверное, возможно сделать такую какую-то статистику. То есть, возможно, это стало только благодаря тому, что система действительно имеет какой-то запас прочности. Даже если какие-то показатели здесь начнут, то есть какую-то динамику такую неположительную, да, показывать. Это ничего, как бы, особо не повлияет на развитие системы. Потому что вывести моментально деньги из системы никто не может. То есть, если даже какая-то паника, допустим, ну, здесь паника, наверное, даже слово неуместно. Если люди начнут нервничать, ну не смогут они вывести все. Они будут получать только по 1%. Все. Ну, хочешь не хочешь, паника потухнет. Время ее потушит. А вы растащить систему не получится. Потому что все, 1%. Больше ты не можешь. Нервничаешь, переживаешь. Ну, 1%. И таким образом, я думаю, паника любая может погаснуть. А если бы была возможность выводить большие суммы, сколько ты хочешь, то, конечно, бы это все такая обычная пирамида быстро бы рухнула. При любых каких-то намеках на панику. Здесь же все завязано на 1%. Хочешь не хочешь, можешь вывести только 1%. Все, паникуешь, переживаешь, нервничаешь. И таким образом любая паника может погаснуть, я так думаю. Так, вот все. Значит, статистика доступна. Смотрите, думайте, анализируйте.